Привет, друзья! Сегодня у нас распаковка. Заценим, что же в этой посылочке. Сейчас я тут прорежу. Сегодня у нас за камерой Александра. Да? Угу. Скажи, здравствуйте всем. Здравствуйте. Дочь, видно в камеру? Да. Ну, все шикарно. Что-то я, по-моему, не там разрезал чуть-чуть. Это все ничего. Так, тут еще покажем сейчас специально посылочка. Да не, это нормально. Она просто записывает дальше. Просто не видно теперь в монитор. OneLife здесь написано. И еще где-то было написано, а вот здесь. Видно? Сенсорный экран, поэтому это бывает тухнет. Уже сталкивались мы с этим. А, вот ножик спрятался. Так, не прорезал толком здесь еще. Ага, вот прорезал. Да что ты? Одна рука и так коряво. Что тут наглухо все приклеено, заклеено. Не оттуда, может? Не разломать посылку раньше времени-то. Что-то есть контакт. У нас сегодня жара здесь очень сильная. Потище градом текет. Все, не пойму, как открывается-то. Волшебная, загадочная посылка. Ага. Мы сейчас все равно до нее достучимся через отсюда. Если так нас услышали, мы так залезем. Видно тебя в камеру? Mm-hmm. О, что же это радиомастер? Топчик среди аппаратур. Еле-еле душа в теле. И что это такое? Это Зора. Радиомастер Зора. Прикольная. Зора ELRS Black. Черная, то есть с ELRS пристроена. А что же там? Что же там? А там железные стики. Топчик. Топчик-топчиковский. Топчик-топчиковский. Выговорить не могу, короче. Топ. Просто топ. Еще тут. Это у нас, походу, батарейки. Ну, сейчас мы все откроем и посмотрим. И уже пупырки чутка. Приемник. ЕЛРС-овский приемник. Радиомастер тоже. Антенка еще, наверное, где-то должна быть. Это все. На этом как бы коробку мы убираем. Продолжаем дальше вскрывать. Пупырка. Это тоже. Начнем, наверное, с аппаратуры. Я думаю. Дай. Угу. Так. Опа. Этот шелест новый. Нового. Звучит прекрасно. Уф. Уф. Армайся. Ага. Здесь еще у нас лежит инструкция к Зоре. Видно в камеру? О. Вот там инструкция еще. Открываем. Ну супер. Топчик прям. Классная вообще. Просто такая прям шедевра. Ой, блин, еще кнопки какие-то сзади. Ну, обзор на нее попозже будет. Это пока распаковка. Блин, ну классная вообще. Сразу сходу классная. Блин, эти штуки черные. Вообще крутяцкая, короче. Блин, мне уже нравится она.
Так, в комплекте идет ремешок зарядки, USB-шка. И что такое? Какой-то ремешок. Или крепление какое-то. Ну, что-то да, что-то какое-то нужное видно. Там что-то еще. О, защитный экранчик. Даже и защитный экранчик. Офигеть. Вот это дела. Даже за защитный экран мы можем сюда поставить с тобой теперь, прикинь. Это просто вышаг. Так, ладно. Аппаратура дальше. Теперь распакуем стики. Да, дочь? Да. Так. Это я сейчас открою по-любому. Блин, теперь они идут в одной коробке. Ну, вот сюда, на столичек, да, значит. Старайся. Они идут в одной коробке. До этого мы приходили в это. О, нифига себе, как это. Как коробок спичек, типа, выдвигается. Я так понимаю. Ну, что-то... Ага, замято, потому что... Сейчас я тут соображу, как сделать. Меня снимаем пока, дочка. Угу. Мы попробуем выдавить. Видно, как я? Да. Что-то не выходит, пока нас вытащить их. Малыш, может, ты с двумя руками попробуешь, а я поснимаю? Не-не-не, не выключай. Давай, я перекрою вот так вот. А ты попробуешь. Никак? Вот такая засада у нас случилась. Ну, дочка, ладно, нет, пальчики не ломай. Давай, держи, снимай вот сюда. Ага. А я постараюсь открыть. Сейчас мы освободим. Чуть, блин, порвал. Почта. Почта России, привет. О, пошла возня. Все. Они в освобождении. Первый. Там видно? Mm-hmm. Обопру об руку. Ну, чуть-чуть усилий просто. Побольше. Плохо, когда однорукий, короче. Не рекомендую. Не рекомендую быть одноруким. Так, ладно, это уже все досталось. Все, это второй. Первый, второй. Корабец здесь, эти штуки обязательно. Ой, надо, наверное, вот так. Во. Вот так правильнее. Радиомастер. Сюда. Тоже вот здесь вот так. Уф. Уф, пушка вообще. Блин, вот эти стики вообще лютые, походу. Вот поближе, доча, вот так возьми. Еще чуть-чуть сюда. Ай, вообще, вот эта пушка просто, он очень острый вот здесь сверху. Я уже чувствую, вот он пальцем зацепляется, я чуть-чуть трогаю, и он уже цепляется. Все, умничка, поднимайся обратно. Ага, так, вот так, ага, умник. Класс, второй. Что у нас такой же? Они черненькие, короче, внутри пакетики, все дела. Ой, тут еще что-то лежит внутри. Болтики, там пружиночки и какая-то штука. Но это все в следующей серии, в следующем видео будет. Мы это все расчехлим и посмотрим. Так, ладно, со стиками разобрались, распаковали, показали. Расскажем о них потом. Следующие у нас будут вот эти штучки. А, они вообще открываются. У вас не надо ничего не прятать. Это у нас две батареечки, я так понимаю. Блин, она мне приемник положила этот. Ну ладно. Че ты, слишком близко? Тебе неудобно? Это у нас батарейки вот такие. Чудные. Странные. Какие-то необычные. Радиомастеровские еще. Вот так. Видно, не видно. Фокусировка там ловит, не ловит. Что-то плохо. Короче, GoPro-шка не хочет делать эти вещи. К-
Короче, 18 350 3,7 вольта 900 мачей. То есть вот такие две батареечки у нее требуются. В эту аппаратуру, я так понимаю. Вот. И теперь скрываем еще приемничек. Здесь не закосячил ничего. Вторая сумма. Опа. ЛРС приемник. Это мы тоже потом распакуем. Это он с антенкой такой, квадратненькой. Ну вот как бы и все. На этом распаковочка закончена. Пока.